Я поставляю еду, воду и определенные химические вещества взыскательным клиентам по всей пустоши. Я помогаю облегчать страдания ближнего своего. Не бесплатно. У меня нет головного офиса, но многие свои дела я проворачиваю через Эрнеста Роу в общине Кентербери. Ну, давай посмотрим, что найдется у доброго доктора в его волшебной сумке.